Вот Викина машинка, Hyundai Tucson. 2014 года. Красавица. Обожаю SUV-шки. Красивая девочка. Ты еще не закрыл, Саш? Сейчас мы заглянем внутрь. Подержи еще мне дверь, пожалуйста. Ну, вот такой кожаный светло-серый салончик. Такой огромный-огромный экран. Этим все ты не сказал. Собираешься ли ты возвращаться в Беларусь или нет? Красивая машиночка. Мне даже самому интересно. Я вот сидел за собой чуть-чуть. Ага, ага. Так, вот такая вот голубенькая подсветка. О, сажусь, нормально. Вот. Все, ну, такая, я бы сказал, панель удобоваримая. Так, ну, как тебе сказать, удобно по ней смотреть. Вот, санруф. Есть большой такой люк. А, и закрывается. Если, например, вам надо темнота. А, вон второй еще, кстати. Два даже? Ух ты, ничего себе, прикольно. Так. Прикольно. Так, поедем? Давай проедем, конечно, поедем. Я сейчас чуть-чуть ближе подвинусь, а то у меня что-то ноги не достают до педалей. Движочек, конечно, работает вообще тихонечко. Ну, я не знаю, в Мерседесе тише работает. Да? Мне кажется, это куда это... уже тише. А, брейк. Брейк, да. Вижу. Левой ногой. Так, где он? А. Я смотрю, не обратил внимания. Солнышко светит. Да, вау. Ничего не вижу. Вот так вот машинки стоят, да. Вот 45 градусов. Опс. Ругается. Я даже за собой сажусь. Я вот думаю, ну, так и, кстати, и по ширине тут нормально. Скажешь, новая машина, ну, комфортная, да, комфортно едешь, мягенько идет, приятненько, пальцем руль держишь, класс. Электрически вообще легко рулится на скорости, вот, кстати, да, чувствуешь. На скорости нет, ну то есть руля, ну, рулем дорогу не чувствуешь вообще. Ну здесь да, классно поворачивать там. Да, рулиться легко, я хоть не за рулем, но я ощущаю, что ты как вообще машинка управляется легко. Да, шустрый, вот еще блин, камера должна включиться, да? Ну, ты заднюю включи, ты не включи заднюю сейчас. Ой, это я по своей на паркинг влюбил. Угу. А где тут, кстати, покажи, как определять. Вот тут. А, здесь вот сбоку, и еще, да? И вон там тоже, ага, есть. Окей, окей, вижу теперь. Hyundai Tucson. Называется у нас, по-моему, AX35. Угу. Вроде бы я смотрел. Я ну, может, люксовое какое, да, у них же есть. Я не знаю, ну это как лимитед. Тут, ну, я... А, в полной сборке, да? Да, она так и под горку поднимает нормально. Ну, ей этого движка хватает. Тут нога зажимаешь, тут 6 передач, они не чувствуются, они как не переключаются, ничего вообще. Солнышко светит. Тихонько. Тут, наверное, CVT стоит, да? Этот вариатор? А, не, шестиступенчатый. А, шестиступенчатый. Да. Шестиступочка. Есть режим экономный, типа, когда она эко, не знаю. Ну, а, эконом, да, есть. Экономить. Чуть-чуть она немножко, тогда слабее. Да, мои тоже есть. Она не дает просто обороты добавлять. Она немножко тормозная становится с места, когда ты... Ну, она не дает тебе резче стартовать. Эти вот гидроусилители электрические. У Ирки на Ханде тоже электрические. И прикольная штука. Прикольно. Да, едешь рукой по трассе, вообще не чувствуешь. Да? Но, рулишь в любой ситуации с одним напряжением. Да. Мне Мерседес больше нравится. Мерседес больше нравится, да? А почему? Да.
Мне просто нравится быстрая машина. Это тоже быстро, но Мерседес быстрее. Ну, это умеренно, да. 2.4 это все-таки относительно быстрая. Хотя это тоже шустрая очень машинка. Она так, ну, даешь, ну, просто чувствуется, что 4 цилиндра. 6 цилиндров. А, тоже 4-цилиндровая, да? Да, 4. Ага, ага. Ну, нормально. Вики, отлично, ты что? Отлично. Удобная, вот это вот удобная, бесключевой доступ. Нравится, да, не вообще. Надо тыкать. Надо с любой стороны вот отходишь. Здесь нажимаешь, все двери открываются. Что тут надо нажимать? Ну вот у меня ключ в кармане. Ну это давно такая уже, много где. Ну просто вот не надо доставать его. Вот кнопочка тут нажал. А вот ты нажмешь, она не откроется. Я даже буду рядом стоять. Тогда я попробую. Ну-ка, ну-ка. И что? А не, подожди, открой. Если я с той стороны буду стоять, не откроется. Это она получается. Что это за фишка надо. Такая странная? Просто Саня близко стоит. Ну-ка. А сигнализация не сработает? А видишь, уже не открывается. Сколько ближе сейчас? А, надо рядышком стоять с ключом. Вот только с метра. Меньше, меньше. Я отошел на метр от машины, уже все. Да, другой человек не открыл. И багажник то же самое. С ключом подходишь и... Тут нету привода, но тут тоже открывается так. Маленький багажник, кстати. Ну, немножечко меньше, чем у меня, да. Нормально. Знаю, мы поездим сейчас на этой, мы же потом поменяем на Санта-Фе. Ну, тут дилера как бы проблем нету с этим, если ты взял машину дело у дилера. Что это более экономичная Санта-Фе, наша шестицилиндровая. Да. Не, я Санта-Фе с таким же движком, но она будет все равно больше, потому что эта машина легче. Угу, угу. Ну, классно, все ясно. Молодцы. Что? Какая? Вот. А, вот это вот. Вот этот рачок ты показываешь, да? Или желтенькую? Из Канады, наверное, приехал. Желтую? А, вот эту? А я на желтую сразу смотрю. Что мне, блин, трачок гнилой? Я вон смотрю на красавицу. Мустанг какой-нибудь? Что это? А, Мустанг, кстати, да. Мустанг. Красавчик. Все на такой вот веселенькой желтенькой ноте. Всем пока.